Всем привет, друзья! Вы опять на канале Open Crimea. Опять. И сегодня у нас новая рубрика. Обзор на разные вкусняшки. Ну или не совсем вкусняшки. Вот мы будем пробовать и рассказывать вам. Да. Да-да! Поехали. Куда? Обозревать. Поехали. Поехали! Куда это? Черно-белая и надпись куда? Да не так оно стояло. Так оно стояло. Не мусорим. Раз. Два. Это дешевые мы тарелки купили. По две. По три. Стол ласкает. Итак, дорогие друзья, у нас вот такой вот стол. И с чего мы начнем? С чего начнем? У нас есть что? Лейс. Экстра флейминг хот. Супер мега острый. Теперь по-русски. Лейс, супер острые чипсы. Не знаю, выживем мы или нет, у нас есть вода. Молоко мы, кстати, не взяли. А надо? Ладно. Разберемся по ходу. Надо было или не надо было? Следующее. Очень вкусный или нет напиток. Напиток с добавлением сока тамаринда. Что это? Ладно. Мы загуглим, но это не точно. Нет. Затем, после острых чипсов, хотя бы немножечко сбавить пыл, шоколадные чипсы с мятой. С мятой. Вкусно? А чай будет? А надо? И на четвертое у нас Marshmallow Stuff. Что это значит? Маршмеллоу, но, а по-моему, это кремовый зефир. Ну, он, по-моему, с этот... Поразительно. Бутербродный крем, начинка для выпечки. Только хлеба нет и вилок нет. Как мы его есть будем? У тебя нет? У меня... У меня есть хлеб с колбасой. Мы разберемся. Предлагаю начать... Самого безобидного. Самого безобидного, да, для затравочки. С Marshmallow Fluff. О. Оп. Опа. Ой. Непонятная закрывашка нас встречает. Что в ней непонятного? Ой, отдирай давай. Ой. Зря в качалку ходил. Вкусно? Непонятно. Как мы будем доставать отсюда? Блин, без вилок, без ложек. Сам. Всего добавим. Не. Ничего, в следующий раз мы будем более подготовлены. Я пробую. Нет. Кремовый зефир с ванильным вкусом. Вкусно? Или не очень? Ой, выглядит оно, конечно, интересно, а по вкусу? Так, мне напоминает жвачки. Пробуем? Мне напоминает старые вот эти жвачки, которые были в шарах за 5 рублей. Вкус маршмеллоу есть? Нет. Абсолютно, по-моему, его нет. Хотя нет, отдаленно чувствуется. Ну, что-то такое. Но больше какая-то непонятная сладость. Очень вязкая. Вязкая, липкая. И к рукам пристает просто намертво. Поэтому надо есть в перчатках. И не забывать вилки с ложкой. Да, обязательно. На баночке написано: предлагаем попробовать белый хлеб плюс кремовый зефир плюс арахисовая паста. Арахисовая паста. То есть к этому нутеллу, что ли, покупать еще? Арахисовую пасту. А шоколадное масло пойдет? Нет. Нет. 6 из 10. Очень сладкое, очень липкое. Консистенция, да, скорее вот этих старых жвачек. Не очень приятная, но и в принципе нормально. Украсить новогодний стол такими бутербродами, в принципе, можно, интересно. Сладко. Но может быть мы неправильно едим. Надо действительно с арахисовым маслом. Вот с арахисовым маслом было бы лучше. Возможно. А может и нет. А может и нет. Переходим дальше. Дальше. Асса хатская. Это не асса. А кто это? Приступаем к самому интересному.
О! Так, стандартные чипсы открываются. Нас встречает фольга огнеупорная. Чтобы не прожгло. Открываем, а тут... Аккуратненько высыпаем, давай. Аккуратненько высыпаем. Да, блин, собирать потом буду. Пахнет страшно очень. Страшно, очень страшно. Пахнет чипсами, я скажу так. Во-первых, пахнет чипсами. Пахнет чипсами с паприкой. Подсними, сколько здесь этой паприки. Ты готов? Нет, не готов, подожди. Ой, как тут красиво. Раз, два, три. Фу, погнали. Вообще не остро. Вообще абсолютно не остро. Обычные чипсы. Вот сейчас начинает появляться какая-то... Это вот эта острота. Паприка у тебя во рту. Паприка? Да. Ну или не паприка, я не знаю, что это. Ну перец. Это, похоже, перец. Ну то есть, очень острый, ее не назовешь. О. Да? Да. Это не самое острое, что мы пробовали. Да, острота, конечно, есть. Она присутствует после... Вот чипсы с васаби, вот это острое. Секунд 10. Вот такое уже не продают. Секунд 10-15 начинается острота. Да не, вкусненький, мне нравится. Вот по вкусу, как обычные чипсы с паприкой, но только чуть-чуть да. острые. На самом деле, чипсы именно имеют вкус. Это не просто жгучая какая-то однородная смесь. Это... На коробке нарисован красный перец. Красный перец. Но по остроте это вряд ли красный перец. Да. Явно не семена, как здесь нарисовано в разрезе. Но вода спасает. Прохладная вода спасает. Давай сразу пятерочку. Челлендж, да? Давай, бери. Ну что, погнали? Надеемся, не последний видос. Кто знает. Вообще не остро, сладенько немного. Ну как бы ничего, как бы нормально. У меня уже все. Это твоя вода? Моя. Теперь предлагаю на контрасте с острыми чипсами попробовать шоколадные чипсы с мятой. Что получится, непонятно. Предложение хорошее, я его поддерживаю. Оп, оп. Снимай. О, итак, внутри упаковки еще одна упаковочка из фольги уже. Шоколадочка. Шоколадка. Куда? Ну что, пробуем? Кажется, это просто шоколад. Ой, мята. Как зубная паста на вкус. La calut. Да, вот если бы не было мяты, было бы получше. Мята на любителя. Немного, да, странный вкус. Какое-то лекарство. Вкус лекарства. Ну это все из-за мяты. Тут в чипсах арахис присутствует. И шоколад. И все, да? Каков состав? Огласите весь список, пожалуйста. Темный шоколад, сахар, масса кокоа. Че? Кокоа баттер, кокоа павдер. Какая оценочка? По 10-бальной шкале? Да на 8 потянет. На 8? Ну, мята на любителя. Мята на любителя, но если вам не противен вот такой лекарственный привкус, то, в принципе, вкусные чипсы. Вкусные чипсы, даже с орехами. Как на контрасте с острым? Получше. Чуть лучше? Чуть-чуть. Ну, и острые чипсы не такие уж и плохие. Да, не такие уж и плохие. Вкусненькие. Ну, вкусно.
И вообще не острый. Не повторяйте такое дома. Да, чипсы вкусные. Переходим дальше. И последнее, что у нас есть на сегодня, это напиток. Неизвестно из чего. Неизвестно из чего? Сок тамаринда. Что это такое? Кто его знает? I don't know. Давайте посмотрим, как он выглядит со стороны. Такой интересный. Интересный какой-то боб. 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 Интересно, каков он на вкус? Разливаем или как? Да я... Так. Пьем. На пальцы, блин, налил. Цвет, конечно. Да и запах какой-то. Вот как, знаете, есть Чернобыльская атомная станция, и рядом с ней там есть затопленные помещения. Я предполагаю, что примерно там так и пахнет радиоактивная вода. Запах такой, что... Да, лучше бы я это не нюхал. Да, цвет какой-то супер ненаваристый чай. Не до чай, не до кофе. Непонятно, немножко как... С компот из сухофруктов. Во. Персиковым нет. Оттенком, знаешь, такие вот вкрапления. Темный, там. Темный. Как будто бы персиковый какой-то нектар. Ладно, рискнем. Ля, так это кисель какой-то. Ну вот какой-то сок. Как будто бы это какой-то сок, не газированный. Я почему-то думал, что это будет газированный напиток. Вообще не газированный. Причем консистенция, да? Не как у обычной воды. Немного как кисель. Да, как кисель по консистенции такой вязкий немножечко. Чуть-чуть. Немного, да, не совсем чуть-чуть. Не как кисель, оно... Ну и не как нектар. Не такой. Экспертная оценка. Мы посовещались и решили, что ставим этому напитку 3 из 10. Ненавижу влажными салфетками вытирать что-нибудь мокрое. Это настолько бессмысленно, кажется. Моя субъективная оценка 3 из 10. Ты серьезно? Да, мне вообще не понравилось, абсолютно. Стал бы я еще раз покупать? Нет. Нет. Вам не советую. Чисто один раз попробовать можно, но... А мне нравится. На 7 пойдет. Вот из всего разнообразия. Чипсы, напиток, сладкие чипсы и маршмеллоу. Что бы ты посоветовал купить вот по соотношению цена-качество? Оно, в принципе, все неплохое, но стоит покупать это только в подарок. Не для какого-нибудь частого использования. Да. Это... Уникальная вещь. И на каждый день. На праздничный стол. Да. Почему бы и нет? Поэтому таких вещей нет в магазине. Где мы их купили? Где мы их купили? А нам не заплатили, поэтому вы не узнаете. Не, мы не скажем. Ну что, видос подходит к концу? Да. Давай, по баллам. Итог. Итог, мы попробовали все. Итог какой? Сколько? Неплохо, но чего-то не хватает. Поэтому, наверное, 5 из 10. 5 из 10 нормально. Если без чего-то другого. Да. Если добавить арахисовую пасту, возможно, будет до семерочки лучше. Дотянет. Будет лучше, скорее всего. Шоколадные чипсы. Вкусные, необычные, но из-за мяты может не всем понравиться, поэтому 8 нормально. 8 пойдет. Да. Напиток. Я не знаю, мне понравилось. Мне не понравилось. Так компот, обычный компот. А компот? Фот какой компот? Сухофрукт. Какой компот? Компот. Нет тут компот. А шо есть? И последнее. Острые чипсы. Не оценка. Острые, не острые. Вообще не острые ни разу. Немного. Но в подарок пойдет сделать да, пойдет. Какой-нибудь челлендж. На самом деле чипсы вкусные. Вот именно у них присутствует вкус. Не просто тупая острота, но вкус есть. Да. И в завершении предлагаю посмотреть на вот это все великолепие. С высоты, с дрона, под красивую музыку. Да. Которая вокруг нас. Музыка вокруг нас. Великолепие вокруг нас.
Можно слышно? Проверять звук. Я не знаю. Вот тапок мне наступил тоже.